25 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе прошел праздник для детей с ограниченными возможностями. Мероприятие было посвящено Дню матери. Организовали его Десногорское общество инвалидов и Совет солдатских матерей. Поздравить всех пришла начальник отдела по социальной защите населения Злата Бриллиантова. Мне прежде всего хотелось бы поздравить всех мам с этим замечательным праздником. Потому что мама – это одна из самых трудных профессий в нашей жизни. Мама – это всегда доброта, это всегда участие в любых ваших проблемах. Всегда наше счастье – это наша семья. Организаторы пригласили целую группу аниматоров. Они устроили для детей веселые викторины и конкурсы. В процесс были вовлечены все. Все с одинаковым азартом участвовали в соревнованиях. А мыльные пузыри вызвали неподдельный восторг. Все мамочки получили подарки.